Ваш скетчбук. Ух ты! Здорово. А расскажите, что вы делаете сейчас? У вас за проект? На самом деле у нас сейчас пара, и мы, получается, рисуем ювелирное украшение, и у нас это пойдет как портфолио. Ух ты. То есть у вас получается, что занятия проходят прямо на выставке? Да. Так? Да. И, собственно, вот наш стенд от нашего колледжа. У вас задание одно, да? Но все разные. Эскизы у вас все разные. Да, мы сами выбираем, что нам больше подходит, что нам больше нравится. Потрясающе. То есть полная свобода творчества. Вот наш преподаватель. Это вы заражаете творчеством своих студентов? Заражаем творчеством. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Жанна Юрьевна. Я преподаватель по дизайну в колледже международного бизнеса и дизайна. Угу. Вот это мои студенты, это их работы. Вот это все работы студентов? Да, это все работы студентов. Потрясающе. Это реплики на известных художников. Да. У нас была задача использовать, помимо того, что мы делаем эти замечательные творческие списки с картин, мы еще занимались смальтой. И у нас вот такая новая техника появилась, которая сочетает живопись и смальту. И это, в общем-то, интерьерное панно создается для того, чтобы использовать это без рамы для картины, а для того, чтобы встроить его в текстуру, в текстурную штукатурку. Вот в чем дело. То есть получается, что это как бы картина, выросшая из камня. Что интересно. То есть они у нас специально без рам здесь представлены, но если камерой близко, например, на лебедя посмотреть, то видно, как перышки у него частично каменные. А вот у Семена, вот Семен сам вот это. Я так понимаю, что ваш преподаватель дает вам свободу творчества, вы сами выбираете сюжеты, правильно? Я просто увлекаюсь архитектурой, и мне это было куда ближе, чем портреты или это что-либо еще. То есть для вас вот именно такие архитектурные мотивы? Да, мне это ближе. Вот он, например, сам сделал макет. Это дом на набережной, напротив храма Христа Спасителя, дом Перцова. Вот как. Да, а из чего это делается? Пенокартон. Пенокартон. Макетный материал еще майолика вокруг. Это, честно говоря, единственный в мире макет дома Перцова. Больше никто его не делал. Семен, вот чтобы создавать такую красоту, сколько лет нужно учиться? Или вы уже с детства? Он талантливый с детства. Я самоучка, так получилось. Да, самоучка. Да. А в колледже вы уже какой год учитесь? Третий год. Да. Угу. То есть преподаватель направляет, развивает ваши... Развиваем творческую мысль. Для того, чтобы впоследствии самостоятельный какой-то шаг человек сделал, он должен опираться на очень значимые работы. Должен также точно уметь сделать штрих или линию, как истинный художник. Вы даете такой фундамент, базу, база. На которую уже талант накладывается. Да. Семен, а какие дальнейшие планы? Вот после в колледже сколько? 3 года, да, учится студент? Три года. Чем вы планируете планы? Дальше заниматься? Вероятно, это буду заниматься макетами и дальше. Или архитектурой. Угу. Да, может быть. Как архитектор именно? Да. Мы его готовим в архитектуру. В архитектуру. Да. Потому что у нас дизайн по отраслям, люди разные. Некоторые больше в художественное направление, некоторые в прикладное искусство, а некоторые от архитектуры увлечены. То есть из вашего колледжа еще разные такие ручейки растекаются? Да, разные направления. Мы позволяем студентам приобретать навыки во всех областях и впоследствии помогаем им дальше поступать, на высшее образование идти или пытаемся каким-то образом помогать в трудоустройстве. Здорово. Ребята, вы такие талантливые, я просто восхищена. Успехов вам дальнейших в творчестве и много интересных творческих идей. Спасибо. Ну вот у нас все, это акрил, везде техника, кроме вот этой работы. Здесь техника масла. Порт на реке. Ну, мы назвали его как порт на реке, так это знаменитая это работа Аполлинария Васнецова. То у нее имеется другое название, просто мы не имеем права писать название художника. Это же панно. Ну, это копия, это, да? Это копия. Получается. Но это реплика наша. Посмотрите, Котова, какая тут мозаика. Васнецов же не делал. Да. То есть здесь элементы использованы мозаично. Да, и эта реплика может быть встроена в стену безрамно. Вот здесь тоже с мозаикой у вас, да? Да. Тут везде. Анжелина. Анжелика у нас. Анжелика Шафеева. Панно «Белая крепость». Это тоже по картине какого-то художника. Васнецова.
и тоже с элементами мозаики. А вот это что за инсталляция? А это мы проводили мастер-класс по патале, по нанесению патального на конструкцию. Вот так. Только он недоделан остался, там у нас кисти сохнут, вернее, они отмокают. Как прямо из сказок Пушкина, да? Это 33 богатыря. Это камин вот Врубеля, это который в Третьяковской галерее, но это интерпретация на свою тему. Потому что Врубель-то он не художественное произведение, а прям мой личный камин. Оклад камина. Здесь это просто студенты сделали такую реплику со своим видением. Так, ну это наша как раз у нас Аленушка. Девушка нарисовала, которая не из России, она из Вьетнама. Вот эта из Вьетнама? Да. И она учится в вашем колледже? Ага, по мотивам Васнецова. Да. Угу. Ой, как классно. А это смальта, это натуральный материал. Вот, смальта. Вот эти тоже потрясающие, конечно. Да, это тоже у нас Васнецов, но мы просто... У него это большая работа одна, которая связана с этими... как птицами. Птицы сирен, вот да, такие, но, да? Камаюн, вот эти все. Мы забрали на два этапа и так сделали. В общем, это такие традиционные русские народные какие-то мотивы, да, у вас тут? Но мы специально для выставки «Уникальная Россия» производили эти работы. Кстати, то есть специально это для выставки студенты сделали за месяц. Вот все эти работы за месяц выполнили? Прошу вас. Потрясающе. Потрясающе. А сколько всего здесь участников? Вот 12. Вот «Лебедь» у нас вообще очень хороший список. Лебедь прям вообще потрясающий. То есть рисунок такой, который много кто ее копировал, но это хороший копия. Очень хороший. Вот о чем вы говорили, да, в перышках? Да, в перье смальта. Ну и частично море тоже. Какие талантливые дети. Это очень хороший тоже Врубель. Врубель, демон хороший вообще просто. Кстати, была вот выставка Врубеля в Третьяковке. Он получился грамотной работой. Очень, очень. Главное, передает тот дух, да, демон. Один в один, да. Потряс. Вот рядом с Семеном работа декоративная, интерьерная. Вот как раз это партнерша тоже. Это интерьер палаты исторической. Тоже тут детально только выписано. Своды тоже, да, вот эти потолочные. И тут у нас сложные по орнаменту. Очень сложные. Девушка занимается тканью, которая она такая у нас художник по тканям. Скажите, а вот историю с исторической точки зрения, это действительно отражает исторические какие-то вот мотивы, да? Конечно, да, обязательно. То есть вы еще изучаете историю орнамента, русского народного вот этого искусства? Мы изучаем, у нас история дизайна, история архитектуры, история живописи. Есть все у студентов, да. Они делают работы специальные по ним, такие, которые связаны с изучением непосредственно. Это у них целые альбомы, то есть они тоже прорисовывают деталировки часто у произведений. А здесь вот уже готовый вариант, когда живописное общий вид. Друзья, вот мы сейчас выяснили, что Семен планирует стать архитектором по окончании колледжа. Вы можете поделиться своими планами? В каком направлении вы планируете дальше развиваться? Мария Максимова, я студентка Международного колледжа бизнеса и дизайна, и я думаю пойти в, скорее всего, дизайнера одежды, но также меня привлекают ювелирные украшения и дизайн интерьера. И как хобби, наверное, писать картины. Здорово. Это ваш альбом, да? Да, это мой альбом. Это сейчас работаю над таким ювелирным украшением. Что вас вдохновило? Не соседи, а гранчики? Как раз таки да. Да, я так и подумала. Похоже. Потому что очень красивый камень, и захотелось его передать всю красоту этих граней. Макаренко Олеся. Скорее всего, иду в анимацию. Анимация. Какие у вас интересные эскизы. Просто графика какая-то такая, да? Здорово. Давно успела. Вот, это прям аниме, да, такое? Почти. Почти. Я просто не умею рисовать глаза поменьше, поэтому они у меня такие огромные. А сейчас, мне кажется, модно большие глаза рисовать. Здорово. Классно. А это чем нарисовано? Это фломастеры или это акварель? Маркеры, акварель. Ага.
Меня зовут Марина. А, на самом деле я еще толком не выбрала, по какой именно специальности я пойду. Вернее, в каком именно направлении. Дело в том, что мне нравится кастомизировать одежду, мне нравится писать стихи, мне нравится дизайн интерьера, также дизайн одежды, ландшафтный дизайн. На самом деле у меня много различных интересов, даже порой. Я делаю что-то своими руками и думаю, когда-нибудь я определюсь. Какой вы творческий, разносторонний человек. Спасибо. Ну, это здорово. И, ну, просто о планах, мечтах. Чем бы хотелось заниматься после окончания колледжа? В каком направлении? Настя, ну, я, честно, еще не определилась. Мне очень нравятся многие направления. И в дальнейшем, когда что-то будет лучше получаться, я думаю, я уже смогу определиться. Интерьера очень интересен. И всякий дизайн одежды тоже. Когда делаются всякие работы, ты познаешь это, понимаешь, получается цель или нет. И если тебе нравится, ты развиваешься в этом. И я надеюсь, что я найду. Удачи. Может быть, Семен вас покусает, и вы тоже займетесь архитектурой, дизайном интерьера. Смотрите, как получается. Ага, покусает. Меня зовут Мария. Ну, я тоже практически не определилась, на какую профессию хочу пойти, но меня привлекают две вещи. Это дизайн ландшафтный и артер. Я люблю больше создавать там персонажи видеоигр или просто писать персонажи. Также я люблю рисовать на компьютере, но больше я рисую всего там на бумаге. Спасибо. Это все очень, мне кажется, востребованные такие занятия, востребованные в современном мире. Ну, да, сейчас очень хорошая прибыль идет на создание там видеоигр и персонажей. Удачи вам, спасибо. Всем удачи!